www.magazinnadivane.ru. Но это еще не все. Сегодня в нашей программе вас ждет множество интересных и очень привлекательных изделий. Лот 180. Бумажные изделия. Билеты на концерты ансамбля русской народной песни «Френдзона». И цена его составляет 1000 рублей. Подробнее о данном изделии нам расскажет Серафим Бесчелочный. Серафим. Добрый день. Широко известная группа «Френдзона» отправляется в свой последний тур под названием «Прощальная дискотека». Точнее, тур не последний, но исполнители последний раз будут исполнять полюбившиеся всем хиты, которые принесли им мировую славу. Точнее, не мировую, но все-таки группу кто-то дознает, а значит, туры будут продолжаться. Но в следующих турах группа будет исполнять уже песни со своего нового альбома, который выйдет очень скоро. Точнее, не очень скоро, но, как заявила группа, альбом находится уже на финальной стадии. Это будет легендарная работа, после которой вы забудете о существовании другой музыки. Поэтому спешите покупать билеты в своем городе. Ведь их осталось не так много. Список городов вы можете увидеть тут. Спасибо. С вами был Серафим Бесчелочный. Лот 181. Футболка «Я не гей». По спеццене всего 1500 рублей. Данная вещь шита из натуральных нитей. Имеет натуральный черный окрас и натуральный принт. Гей! Фу, гей! О боже, гей! Гей! Надоело, что тебя все называют геем. Надень эту футболку. Также мы предлагаем вам футболку с легендарной надписью «Бойчик». Слово «бойчик» пошло от древнегреческого слова «любовь». Хочешь любви? Натяни на себя бойчика. Ай. Научись кататься, научись кататься. Лошара, кататься научись. Хочешь научиться кататься на скейте так же круто, как я? Тогда тебе понадобится эта футболка. Лошара. Но футболка крутая. Лот 183. Футболка «Оскорбинка» с изображением синеволосой незнакомки на спине. Данная вещь дает плюс 100 к флексу, будьте осторожны. Главная принцесса, она смотрит и хочет такие же косички, но не знает, что мне их запретает ее бывший. Последний лот сегодняшней программы
Футболка, я не хочу взрослеть. Данный лот придется по душе фанатам дизайна от Артемия Лебедева и подросткам за 30. Да. Аккредитование ипотечного получателя не может быть согласовано по признаку вашей нестабильности финансовых состояний, поэтому наш банк отказывает вам в кредите. Блин, подождите, как же бесит это, бесит эта взрослая жизнь. Рокки Боя, тебе посылка. Это то, о чем я думаю?